Доброго вечера любимому городу. Хочется передать привет своей ненаглядной подруге Оксане Назаровой и сказать ей, чтобы она сегодня не засиживалась допоздна на работе, и это передал Станислав. Говорит Лав Радио. Признаться в теплых чувствах или просто передать привет, теперь нет ничего проще. Ведущий озвучит сообщения из соцсетей, которые тут же разлетятся по всем радиоприемникам города. Специально для этого на волнах 91.5 запущена одна из самых рейтинговых программ. С 4 до 5 у нас выходит крутая программа, которая называется Big Love Message. Здесь приветы, признания, крутая музыка, которую могут заказать наши радиослушатели. Это лишь малая часть того, чем готовы удивлять слушателей Love Radio. Love Radio стала 29-й радиостанцией в составе медиагруппы FM Production. Вообще в стране эта радиостанция очень популярна. Она в эфире уже 17 лет и входит в топ-10 музыкальных радиостанций страны. Ну, мы, конечно, очень рады, что теперь она звучит и в Барнауле на частоте 91.5. На этой частоте отдельное внимание уделяют, конечно же, музыке. Здесь всегда звучат тонны самых топовых композиций дня сегодняшнего и главные хиты последних десятилетий. Заодно можно выиграть ценный приз. Вы молодцы, вы просто сделали наш Love Battle, поэтому вот этот сертификат от Love Radio на романтический ужин на двоих вам, любви, счастья и любви к музыке, и любви друг к другу. Держите. О, спасибо. На этом, обещают, здесь сюрпризы не заканчиваются, ведь все, что сделано на Love Radio, это значит сделано с любовью. Новогоднее настроение растет с каждым днем, поэтому больше улыбайся и слушай музыку, которую любишь ты здесь, на Love Radio. Заглядывай к нам в гости в Big Love Message с 4 до 5. Кирилл Политов, Андрей Печоркин, наши новости.